просветители всех регионов, консолидируйтесь. К этому призвали людей, связанных с обучением, и в Москве собрали лучших лекторов. Наш край представили члены Российского общества знания, Яна Дайнека, аспирант Сибирского федерального университета, Александр Овчинников, главный инженер проектов, и Сергей Красноусов, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе края. Доброе вам всем утро. Доброе утро. Расскажите, вот мы пока не в курсе, как, я думаю, многие из наших телезрителей, что такое слет молодых лекторов, для чего он нужен, насколько он многочисленный, в принципе. Вы знаете, с последнего начну, наверное. Я не знаю, насколько это многочисленнее, но 250 человек из всех регионов нашей необъятной родины, с Дальнего Востока до Архангельска, до Кавказа были на этом слете. И, наверное, очень значимые в силу того, что обменялись опытом, чего-то новому научились, читать лекции научились, наконец-то. Вот. Неужели до этого читали, не было читали, опыта, или все делали неправильно? Был, конечно, и, наверное, правильно местами, но вопрос в том, что есть какие-то нюансы, связанные с работой общества знаний, и там не совсем те лекции, которые читаем мы в своей обыденной жизни, не совсем то, чем мы занимаемся в процессе своей работы. Чем же они отличаются? Да, если поподробнее, что было? Ну, в общем, как бы, если брать отличия, то есть общество знаний — это что, просветительская организация? То есть нет цели именно человека научить чему-то впрямую, как в ВУЗе. То есть есть цель именно поднять его уровень знания о мире, культуры и так далее. То есть поэтому своя специфика, свои подходы к тому, как человеку дать эту информацию. Ну вот мы знаем, что общество знаний всего-то навсего полтора года, по-моему. Ну, да? Тут получается как? То есть общество знаний изначально было создано еще, я точно дату не помню, то есть то советское время. Советское время, это еще... Современное общество знаний. Да, современное общество знаний в том виде, в котором оно сейчас, российское общество знаний, появилось 2 года назад. То есть президент наш Владимир Владимирович Путин подписал указ соответствующий. Вот, и оно в новой форме существует, и слет, в том числе, цель была его. То есть проработать новую программу общества знания, понять, как люди из регионов, которые уже занимаются какой-то просветительской деятельностью, могут вписаться в общую стратегию общества знания, как общество знания может им помочь. То есть вот за эти нас собирали. А получается, каким образом статус лектора каким-то образом поменялся? Чего сейчас ждет аудитория? Ну, тут целый спектр, как бы... Ну, какие-то общие, чтобы не растянуться, какие-то общие моменты. То есть лектор, я понимаю, что наверняка сейчас это не просто в виде, там, действительно, лекции, когда стоит и... Когда можно поспать где-то. Да, в заднем плане все, отрубился. Как-то сейчас, наверное, вовлекают же. Ну, другие методы, конечно. Вот если раньше у нас берем советское время, то есть собирали зал людей, выходил человек из-за трибуны, вещал там 2 часа. Вот. То есть сейчас это в основном интерактивные технологии, это уже через интернет очень широко распространено, ну, потому что охват сразу большой, то есть, вот, а соответственно, это, ну, лекция, она сопровождается и видеовставками, и презентационные материалы, то есть это уже... Работы добавилось современным лекторам, так что, ну, раньше можно было взять лектору, допустим, свои какие-то записи и все это просто пробубнить, стоя у доски. Сейчас, если готовить видеопрезентации, вот какие-то материалы дополнительные, времени больше уходит? Конечно, потому что больше, да. Знаний больше нужно лектору современному. Ну, в том числе, кроме того, что его предметная область какая-то есть, то есть нужно знать еще инструменты. Ну, вот, опять же, подготовить видео, подготовить презентацию. Все это люди сейчас не готовы тратить много времени на просвещение свое, у них много других дел, но там работа и так далее. То есть нужно все это ужать, соответственно, в какую-то там, в 5 минут, в 10 минут. Сергей, скажите, вы работаете с молодыми учеными, правильно, насколько я понимаю? Да, с молодыми учеными, специалистами, студентами. Молодые ученые наши, специалисты, они вот обладают вот этими навыками всеми необходимыми, чтобы донести эти знания до молодого поколения, которое обучается в ВУЗе? Здесь я бы что еще дополнил к Александру. Да? А наш Красноярский край очень выделяется на фоне в целом карты общества знания и в целом активности, потому что мы всегда исходили из того, что тот, кто идет к аудитории, он должен помочь решить какие-то местные задачи. И если вы вспомните, у вас довольно-таки большое количество было гостей, которые являются, по сути дела, лекторским составом, но они решают конкретные задачи. Сегодня, когда мы идем к аудитории, первое, на что мы отвечаем вопрос, насколько то, что будет сказано, да, поможет решать какие-то те или иные местные задачи. И на этом слете мы чем выделялись, Красноярский край? Потому что базовый вопрос, который мы задавали, как общество знания выстраивать отношения с другими участниками просветительской деятельности. Потому что Красноярский край на протяжении огромного периода времени показывает эффективность схему взаимодействия просвещения, органов власти, общественности и всех тех, кто решает местные задачи, что отличает нас на уровне Российской Федерации. А есть какой-то запрос современный вот от студенчества, что они хотели бы видеть у лектора?
Если мы говорим про современное студенчество, то здесь какой запрос? Во-первых, тот, кто идет к студентам, должен быть так или иначе узнаваем и должен быть авторитетом для этих студентов. Потому что сегодня мы имеем очень простую ситуацию. Если мы вбиваем ту или иную лекцию, да, то мы можем получить любую информацию ото всех. А лектор становится неким таким авторитетом, который обозначает, что вот этой информации можно доверять, здесь ее можно найти, потому что в огромном потоке информации очень сложно обнаружить ту информацию, которой действительно можно доверять. И на протяжении 3 дней вот этот вопрос очень часто задавался, и ставились одни из задач, и проектных задач, что нужно быть определенным фильтром всей той информации, которая сегодня есть. Ну вот теперь мы вас поздравляем, вы стали узнаваемыми. Теперь уже точно вам будут доверять, и вы умеете фильтровать информацию. Скажите, ну а может, была какая-то пара принципиально новых элементов, которые вы теперь в своей лекции, допустим, будете применять? Ну вот кроме уже упомянутых презентаций, там что-то вот вообще новое. Вы знаете, у нас был мастер-класс от одного из арт-директоров очень крупной фирмы по организации нашествия и других мероприятий федерального уровня. И на самом деле люди говорят о том, что сейчас лекция там, и любое просветительское занятие, оно должно быть неким перформансом. Потому что сейчас уже людей, правильно ребята говорят, не удивишь обычной лекцией. Нужно не только иметь эти знания, но их нужно упаковать интересно, красиво, вкусно, чтобы донести до людей, чтобы это было удобоваримо. И студенты, и не только студенты, люди сейчас очень с высокими запросами, поэтому нужно соответствовать этой высокой планке. И поэтому к чему? Отвечаю на ваш вопрос этим долгим предисловием, хочу сказать, что вот лекция как перформанс – это одна из таких технологий, когда ты активен, когда ты… Так это и здорово, это и здорово. Это очень и очень здорово, и действительно главное, чтобы эти знания в том числе доходили до тех слушателей. Будем надеяться, вам желаем удачи. А всем нашим телезрителям напоминаем, запоминайте своих, возможно, будущих лекторов. Яна Дайнека, аспирант Сибирского федерального университета. Александр Овчинников, главный инженер проектов. Ну и Сергей Красноусов, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе края. Вам успехов, удачи, больших аудиторий. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо.